проверили? Я пришла. Вы на меня сердитесь? Нет, нет, я... А, это... Это... Ермина дала вам ключик? Ну да. Вы сердитесь. Я пойду. Нет, нет, погоди, постой, не уходи. Останься. Просто у меня сегодня не очень важное настроение. Вряд ли я смогу быть веселым. Но, может быть, смогу завтра. Можешь не быть веселым. Гермина мне сказала, что у тебя горе, это ведь всякий поймет. А я тебе еще нравлюсь. А. Тот раз, когда мы танцевали, ты тоже играл. Даже Павло в оркестре это заметил. Да, он мне тоже нравится. Но скажи мне, то, что нужно его с новыми людьми. Скучного старика, который начал уже сидеть. Не играет на саксофоне, не поет любовных песен. Не говори так гадко. Это же очень естественно. Тебе что-то такое? Тебе нельзя быть моим, чем это есть. Не надо тебе говорить все. Понимаешь, когда ты целуешь мужчину в ухо, я чувствую, что ты не любишь. Ты умеешь как-то так целовать? Робко, что ли? Я говорю, не удивлю тебя. Благодарю тебя за то, что ты красивый. Ты мне очень, очень нравится. А какому-нибудь другому мужчине мне нравится как раз противоположное. Что он мне ни во что не ставит и целует меня так, словно оказывает мне милость.